Каятль скоро прибудет. Десантная капсула на месте. Корабль осквернен. Преображение Левиафана распространяет зловоние. Мы остановим его. Займись двигателями, Страж. Я пойду по другому пути. Встретимся на месте. Снова хочет бросить мне вызов. Таков удел всех неудачников. Установи усилитель и не задерживайся возле спор. Помехи вернулись и стали еще более запутанными. Что-то схожее с речью звучит знакомо, будто перевод перевода. У тебя слабая хватка. Страж! Каятр! Расправься с этим порождением света и отправь его голову в город. Замолчи! Ты лишь жалкое подобие былого Гоула. Меня ограничивает лишь твое слабое воображение. Встретимся в конце. Заодно с марионеткой странника против меня. Слабость придала тебе тучности и затуманила разум. Ты хотел, чтобы я правила в твоей тени, а с авангардом мы равны. Все ковал равны. Помехи — это голос. Я слышала, как он шептал из древа серебряных крыльев на Ио и подо льдами Европы. Но говорит он не с нами. Эту связь нужно разорвать. Осталось разорвать последнюю нить. Они используют кабал, используют тебя.
Твоя империя — пушечное мясо между городом и его врагами. Спасая себя, они обрекут всех нас на смерть. Они заказали мне обратное, и я не страшусь наших врагов. Мы кабал, и за нами свет. Мы пожираем горы, мы выпиваем моря, мы готовы ко всему. Ты никогда не могла меня одолеть, Каятан. Поэтому я и оставил тебе свой трон. Я сражалась с оружием, которое ты мне дал. Теперь я держу в руках свое. Подобию. И твое одобрение нам не нужно. Я понял тебя, Каятан. Я вижу новых кабал, что ты вырвала из лап гибели. Ты превзошла меня. Я пытался подчинить свет, и он меня испепелил. Но ты привела его на свой совет. Что это, как невеликая победа? Ты так и не понял. Это не победа. Это примирение. То, на что ты бы никогда не пошел. Ты, наконец, переросла рамки, установленные твоими кумирами. Гоул — легенда, но он — существо из плоти. Его слова — лишь слова, как и твои. Но мои слова весомее. В этом разница. И это все. Если Калус пугает меня лишь мертвецами и ханжеством, может сразу развернуть Левиафан и удрать.
странно. Окружающие порой видят нас не так, как мы себя. Для моего народа Доминус был героем. Непреклонным, независимым. Он вдохновил многих. Но ложь Левиафана дала мне увидеть Гоула глазами авангарда. Опасного, беспощадного, жестокого. Я пыталась перенять эти качества, чтобы не задохнуться от воспитания Калуса. Они научили меня полагаться только на себя, на действие и больше ни на что. Больше всего народ Кабал желает быть признанным, явить миру масштаб наших завоеваний и их воздействие на галактику, оставить след. Но бесконечная война во имя славы оставляет лишь пепел. После себя я оставлю империю, для которой военные триумфы были не главным. Напротив, их заменит мир, процветание и крепкие союзы. Славная битва, страж. Победа у нас в руках, но почему-то она меня не радует. Кажется, мы окончательно уничтожили связь Калуса с пирамидой, и все же Левиафан никак не отреагировал. Калус тоже. И ментальные эманации пирамиды на Луне стихли. У меня такое чувство, словно это не буря стихла, а мы очутились в ее центре. Кошмары, заключенные в короне скорби, вне себя от ярости. Что-то грядет, страж. И мы к этому не готовы. Я прошу тебя вернуться на Левиафан. Продолжай брать в плен кошмары, а я тем временем выясню, что изменилось.